С вами Combat Cars! Ладно. Так, все. Окей. Ребята, привет. Да, на самом деле хотим с вами серьезно поговорить. Да. Дело в том, что нам прилетает очень много разных вопросов от вас. Вот, мы читаем комментарии, да, мы их читаем. Вы спрашиваете, кто мы, что мы, откуда мы, что мы хотим вам сказать. Сегодня, именно да. Сейчас. Чтобы расставить точки над «и», так сказать, и внести только ясность. Это не твоя part, it's not your part. Yes. Итак. Я забыла, что было сказать. Была мечта, у которых есть энергетика, и вот мы встретились благодаря тому, что мы очень похожи и несем в мир, в народ, в массы просто свою энергетику и хотим найти такие же. Мы хотим, это уже моя part. Я запомнила все парти. В общем, хотим на самом деле радовать вас. Радовать народ. А вы радуйте нас. Самим радуйтесь. Да. Мы первые. Мы радуемся, да? И радуйтесь. Хочется собраться, вот, допустим, в каком-нибудь, не знаю, помещении, каком-нибудь зале. Закрытый, чтобы никого не было. Чтобы вы были наш народ, чтобы вы были с нами, чтобы мы обменивались энергетикой. И чтобы мы качали, вы качали вместе с нами. Мы вам энергетику свою, вы нам. И это очень круто. Хочется... почувствовать, хочется найти свою вот эту вот несколько человек, я не знаю, сколько их будет, там 10, 100, 200, 300, миллион, но мы вас видим, мы читаем все ваши комментарии, мы читаем все сообщения, просто невозможно на все это ответить, мы вас очень любим, и приятно, что вы с нами, что вы нас поддерживаете, это прямо здесь вот, in my heart. Жанру мы относимся, но у нас нет определенного жанра. Мы просто пробуем, мы каждый раз ищем, мы выкладываем новые видео, снимаем новые клипы, чтобы вам нравилось, чтобы вы принимали наш жанр. Вот то, что мы хотим, и то, что мы несем. Это жанр комбаткаст. Да, жанр комбаткаст. Никаких рамок. Мы не можем себя назвать, многие говорят, рэпер, что будет девчонки рэп читать. Да нет, мы просто делаем то, что нам по кайфу. Мы захотели песню, да, о, там, крутая у нас раздаст, давайте ее... зафигачим, и просто нам нравится, мы кайфуем. Да. А давайте в этот раз сделаем так, а давайте. То есть у нас в будущем будет очень много разных раз, да. Поэтому это будет нравиться и вам, и нам, и мы с вами вместе найдем себя. И не привязывайте себя действительно ни к чему, потому что очень много людей, таких каких-то принципиальных, почему-то какими-то принципами, да, они живут, вот, да как можно вот здесь, в рэпе сказать вот это, да как можно вот так, да какая к черту разница, кто это сказал, это кто-то там сказал когда-то, и вы ему поверили, почему? Hey! No! Look at me! No! Hey! Put the thing! Hey! No! В том-то и дело, когда ты делаешь от души, то какая разница, что ты там сказал это, сказал ты там слово гетто, где ты не сказал. А чем вам русское гетто не гетто? А вы уверены, что я живу не в гетто? Всю свою сознательную жизнь. Как будто бы все рэперы, которые говорят слово гетто, они все из гетто. Я вас умоляю, это не так. Это просто какой-то... Ну, по сути, везде все одно и то же. Это все рифмы, шарфы. Еще просто рифма, регламент. Ставили на слово гетто. Все, рифма, рифма. Это какая-то... Все равно... Если ты с нами, значит, ты шаришь. Это же все равно, это какая-то игра. Во что-то мы играем. Но мы играем в это искренне, понимаете? Нам это нравится. Мы... Скажи спасибо, что не любовь, морковь, слезы, грезы. А еще, девочки. Нас постоянно сравнивают с разными там, артистами, группами, кей-по, например, стиль вот такой. Кей-по. Но ты не услышала. Второй П. В общем, мы хотим сказать, что все давно уже придумано.
на самом деле, без нас. И все артисты друг у друга что-то заимствуют, все учатся друг у друга, и это нормально, в этом нет ничего такого, поэтому... Ну, я хочу сделать заявление. В России нет таких, как мы. Почему ты меня всегда перебиваешь? Потому что ты кей-поп. В общем, таких, как мы, реально нету, и покажите хотя бы одну группу, которая... с такой же бешеной энергетикой, которая танцует, которая может зажечь публику, которая прокачивает эту сцену. Эту сцену! Вообще, вот лучше не придираться ни к чему, лучше быть таким человеком, который просто вот смотрит, наслаждается тем, что делает, радуется за то, что люди делают что-то. А если не нравится, просто, вот, допустим, я что-то листаю. Иди мимо. Мне много чего не нравится, но я просто посмотрела, думаю, ну ладно, и дальше. Ну да. А некоторые просто тратят свою энергию на негативные эмоции, которые они выплескивают. Зачем все это? Просто, да, каждый вот реально выбирает свое. Если вы с нами, то выбирайте нас. Да, мы хотим нести позитив, самое главное, потому что сейчас... очень много такого негативного, немножко унылого. Люди как будто вот они уходят. Хочется их сделать их вот им. Прости! Извини, друг! Хочется вот так встрясти их. Ребята, давайте больше улыбаться. Потому что откуда вообще берутся и все вот эти вот негативные, да, и комментарии какие-то. И вообще какой-то негатив там в том же интернете. Вообще, в принципе, даже у кого-то может быть и в пенсии. Ну а ты сам пойди и сделай лучше. Знаешь, как говорит, хочешь сделать круто, сделай сам. Пожалуйста. Попробуй. Да, хочется, чтобы народ, конечно, мыслил как-то более... И был добрее. Да, на самом деле, будьте добрее. Особенно, нет, на самом деле, учитывая то, что мы новая группа, как бы, а ко всему новому относятся очень скептически, как специфически присматриваются, то есть пока это... не станет нормой какой-то, и пока нас не поймут до конца, не примут, проникнутся нашим творчеством. Поэтому мы, конечно же, надеемся на то, что мы знаем, даже не надеемся, мы знаем, что все будет круто по-любому. Да. По-любому. По-любому. А вот еще хочется, наверное, почитать комментарии и ответить вам на ваши вопросы или просто прокомментировать. Да. Ну, допустим, зайдем на YouTube, поищем, что там, колхоз. А шо Рязань, да. Извините, а вы случайно не хейтер? А поддержите мой хайп! Так, ладно. Вы пытаетесь составить конкуренцию Backstreet Boys? Мы вообще... Я обожаю! Первое. Backstreet Boys. Boys. Вам ничего не говорит слово boys. Во-первых, это парни. Как можно вообще конкурировать с мужчинами? С мужчинами! А во-вторых, это наша любимая группа, но как бы сколько лет уже? Ему, наверное, под полтос там сколько? В смысле, Backstreet Boys? Да нет, не под полтос. Я была маленькая. А блондинку, как блондинку зовут? Блондинку зовут Санет. Тут очень много хорошего, я стараюсь читать только вот не Кстати, очень Кстати, спасибо хорошего. Вам, да, за хорошие комментарии. Мы все нам видим. Нам очень приятно. Ребят, а я вот иногда даже вот, ну, захожу так почитать, и я вижу какой-нибудь нехороший комментарий, и я захожу на страничку к этому человеку и говорю, ты мой хороший, я тебя поцелую. А вы знаете, что интересно? Тут недавно был комментарий от женщины, вот на вид на аватарке, у нее там лет 60, и она пишет, что танцует, типа, ужасно. Да. Я к ней захожу, и у нее там такой пузик. Мой хороший, мой Кстати, да, кстати, очень часто я тоже, вот ты, кстати, правильно сказала, я тоже смотрю иногда комментарии, какой-то негативный такой, прям это, и просто я смотрю на аватарочку, а там вот просто какой-то такой... Откуда человек такой маленький, столько? Не волнуйтесь, мы вам тоже понравимся. Да, придет ваше время. А вот у нас пишут очень много, что ужасные и бессмысленные текста, там бла-бла-бла. Это наш так видим, мы так покажите мне хоть одну песню, в которой прям вот, ну, шедевральный текст. Да. Идет караван из Ирана. Мы просто взять песню «Мама, я крутая». Блин, вот о чем эта песня, да? Давайте просто раскроем. О чем эта песня? О том, что ты не ты такая одна, уникальная, ты не похожа. А почему мама? Кто твой самый близкий человек? Мама тебя спродюсировала. Да, мама тебя родила. Потому что ты подойдешь, скажешь, мама, ты всегда в любой момент вспомнишь о маме. Там нам страшно, мы говорим, мамочки. Да, там, или мама, там плохо идешь к маме. Поэтому мама, я крутая. Это гимн всем мамам.
Я еще, я скажу больше. Когда вы слушаете зарубежную музыку, вы вообще не вникаете в текст. Вы просто... Возьмите, переведите. Вам либо нравится, либо не нравится. Вы просто чувствуете энергетику, вы не анализируете, понимаете? Если вы начнете переводить эти текста, вы вообще там ничего не увидите, кроме бэби и еще каких-то там соответствующих слов. Реально. Ненормативных. А мы, наш основной посыл просто энергия. Просто, а, вы крутые, спасибо. Супер, я би поставила 10 тысяч лайков. Би это кто? Бисексуал? Я бы. Извините. Слышите, мне нравится блондинка с красными волосами. Так, я люблю вас, спасибо. Мы вас тоже. Я хочу танцевать, как и мы. Ребят, если вы хотите танцевать, то мы хотя бы прийти. Хотя мы еще не предел совершенства. Мы здесь каждый день. Заливай. Короче, ребят, если вы хотите танцевать так же, как мы, то вы должны прийти в школу танцев, станция «Свобода», которая находится на Давыдковской улице. Дом 12/7. Ребята, вообще, если вы чего-то хотите, то идите на сайт, реально. Потому что мы тоже много чего хотим, и мы просто... Главное, чтобы ваши задницы не сидели на диване. Поэтому поднимай! Поднимайся! Для этого этот трек, чтобы вы подняли свои задницы, вы подняли свой дух, и давай вперед, не останавливайся никогда. Вообще, весь посыл, на самом деле... Здоровый дух! Здоровый дух, здоровая задница! Ребята, по поводу текст песен, мы, конечно, поработаем над текстом песен, чтобы и вам нравилось, и тебе, бабуль. Я поработаю над текстом песни. Обязательно. Моя сестра говорит, что я на сирену похожа. Я тоже похожа на сирену. Я похожа на сирену. Кстати, многие спрашивают, сестры мы или близняшки? Близняшки мы или двойняшки? Двойняшки, да. Сейчас, все слезали, мама, я крутая, с мамой я в Дубае, танцы тоже слизаны. Короче, гадость. Танцы слизаны! Ребят, если мы слезали... Тихо, можно скажу? Если мы слезали... Если мы слезали песню «Я крутая, с мамой я в Дубае», ну, сорян, да? Девочки, я уважаю Мота, мне очень нравится Мот, мне нравится его песня. Ну, ладно, я не знаю. Просто потому, что там есть мама. Мама? Мама я. И все. Ну, слова. Хорошо. Но мама я в Дубае и мама я крутая. Это две совершенно разные вещи. По своей смысловой нагрузке хотя бы. У нас гимн всем мамам, а там... Это песня, блин, для малых. Ну, окей. Для малых. Для малых. Это песня, блин, для малых. А почему нет? А в смысле, а что такого? Да, и да. Что? Ну, да, мне нравится, да. Что у нас дети ходят по студии потанцевальные и поют эту песню. Причем да. Вот такие малыши. Я крутая, мама, я крутая. Да. Нереально. Это очень приятно, да, что... Моя племянница, кстати, привет ей передай. Нам очень приятно, да, что многие дети, вот мне прям присылают видосы, они учат наш танец. Да. Да. Они такие милые, это очень круто. Слушайте, вот вы говорите, да, там, кто их из 2007-го вытащил. Ребят, все возвращается. Раньше джинсы на талии были не модные, были модные да, вот кстати, на бедрах. Да, сейчас все слушайте, вот это раньше было позором. Засовывать. А сейчас просто одевается. Так, сейчас одеваются все танцоры. Все танцоры. А вот с такой штукой, знаете, и стояли, знаете где? На чинке зоне, если помните, что это. Так, поехали дальше. Крутая емес шайтангом и нау кореныш ты написали. Эшкереш меш. Алтынбек Сулеймен, хай! Флекс от бога, блядь, при чем тут мама, при чем дом, где все есть, и микрофон, который сломался, издает на входе такие звуки. И зачем делать гусиные шаги, вообще не врубаю. Чё? Гусиные шаги! Ты ж мой хороший. Теперь мы знаем, как назвать это движение. Гусиные шаги! Мой хороший, подожди, я сейчас скажу, как его зовут. Айдархан Толеген, малыш. Приходи, я тебя... Мы научим тебя гусиным шагам, и ты будешь в теме. Я тебе объясню, причем тут дома микрофон, который издает эти самые звуки, малыш. Ладно. Станция свободная. А еще оставляйте ваши комментарии и пишите, что бы вы хотели.
хотели увидеть от нас в будущем. Мы обязательно это все учтем. Может быть, вопросы какие-то зададите, и мы в будущем в интервью вам ответим. У нас сделаем рубрику «Вопрос-ответ». Хотели бы вы, чтобы мы снимали блоги, например, какие-нибудь вели? Влоги. Влоги, да. Потому что, в принципе, как раз-таки это, между прочим, я не буду сейчас говорить ничего. Да, всё ясно. В любом случае, мы хотим быть ближе к вам, поэтому пишите нам, комментируйте. Пожелания. И не забывайте о том, что мы готовим для вас много-много всего. Интересно. Вот еще вопрос. Постоянно спрашивают, когда следующая песня, У нас только недавно вышел клип. Поверьте, у нас песен очень много. Мы их просто по чуть-чуть. Вот если вы съедите сейчас, вот ты любишь шоколад, да, ты сейчас скушаешь вот эту огромную там плитку огромного шоколада, тебе плохо. А когда ты по чуть-чуть кушаешь, ты такой, чисто голода, после еще. Так что поэтому всегда чуть-чуть голода. Поверь мне, до конца твоей жизни мы будем выпускать. Это вас слушай, молодцы! А давайте зачитаем песню, помнишь, Вова хотел еще? Давайте, может, чем-то новенькое, нет? Нет, я имею в виду там Минаж, Хуяж. Хуяж особенно. Мы вместе будем качать!